чтобы ты потом не говорил ничего. Так. Махи ногами шпагат. Этот, страховку не делаем пока. Хорошо. Потом сделаем сейчас. А да, я буду делать. Так, Руслан, у вас снимает скрытая камера. Андрюха, кстати, не так, а вот так, кстати, чуть-чуть, да, ага. А то... Так. Ай. Смотрим, Максим делает. Максим, покажи. Стенды тряпки.
Да. Можно с лобком, можно без. Пошли. Оп, стык, оп, грязь. Сильно входит, но мягко. Чуть-чуть, вот так. Так. Хорошо, молодцы. Молодцы. Так, встали. Теперь смотрите, Макс, делаешь шаг, второй шаг, садишься на колено и перекат. Три-три. Здравствуйте. Давай. Раз, и перекат, и встаешь. Без лобка сразу встаешь. Смотрите, раз, и на колено, оп, и сразу встать. Пожалуйста. Сашенька, сюда отвернись к нему лицом. Петя, сюда к нему лицом. Сюда Игорь, сюда лицом. Да. Пошли. Смотри. Делаем шаг, да? Потом садись на колено. И перекат. Нет. Патрушенька, патрушенька. Хорошо. Матер, Макс ко мне. Значит, Петру, Александр и Дан. Садись на колени. Сесть на колени, руки поставить вперед. Руслана, Максим и Андрей. Вы подходите к цене приза. Уходите и скручивание. Оп. И на колени. Живут. Петя, туда. Руки. Руслан, да. Вы такой захват. Теперь вы меняете захват. Меняете. Посмотрите дальше. Держись этой рукой. Держись. Да. Смотрите, что, Андрей, вы уходите совсем в сторону. И скручивание. Стринга, тряпки. Уну минут. Все. Пожалуйста. Капу. Я сюда наклоню голову, чуть-чуть присядь, чтобы как мячик был. Подержи как, чтобы ему легче было. Сюда.
вчера мыло. Uno, dos. Видите, да? Взял. Дальше что? Инверс, 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 инверс. И потом бросок крутая. Пошли, стынка тряпка. Держись. Петро, Петро. Смотри. Ты что, да? Смотри. Оп. Молодец, красавчик тебе. Так, второй будет обзор. Смотри, идешь сюда, а потом поворачиваешь сюда. Нет. Вот. Вот. И оп, и все. Вверху. Отлично. А работает! Опять бенсера не мы. Еще раз. Посмотри, стой. Стой. Пошел сюда. Вот. Все. Зачем ты опять поворачиваешь? Все. Печали, да. Хорошо. Матэ. Матэ. Андрюха, иди сюда. Сюда. Как интересно поведение за равновесие. Еще раз. Теперь смотрите. Ну и инверс. Да? И на инверс. То есть мы раз идем. Оп. Страховочка. Садись. Беру другой захват. И толкай его туда, хоп, хоп, пошли. Пошли. Три стынга, три дряпка. И сейчас лапичуари. Медленно и... Да, и страховка. Да. Немного вот здесь, бум головой. Вот так. Где страховка? Вон не печь, Петр. Капай и хоп. Да, и раз. Хорошо. Смотри, баскин-бас. Номер в доме. Центру. Андрюха, центру. Так, цинь-код, цинь-код. Так, и на инке, Саша. И на инке. Да. И на инке. Вот так. И на инке стынг, и на инке тряпки. Сейчас поборем. Да цените, я поесть. Хорошо, Мате. Мате. Максим, выпасть. Еще раз. Все. Отклониться. Берем захват. Стойка. Печаль. Я. Ухожу. Раз. И бросок. Да, беру захват с этой стороны. Опять ухожу, потом руками. Раз. Как падать правильно? Делай мне масс. Ты не знаешь? Куда бросаешь? Пошел. Вот смотрите, я делаю, смотрите. Раз, два, три. Сажусь на колено. Оп. И страховка. Пошли. Хай. Номер луно. Только завтра меня
Винни, Винни. Дай. И Ингерс. Ну, 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 что, вот так. Цени, цени ход, цени ход, Петр. Моя партия освободится. Так. Так, ну, с кем? Хорошо. Модель. Теперь смотрите дальше. Мы разгарим на кинопой. Посмотрите внимательно. Цени приза, да? И делаем раз, 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 оп, и бросочек. Довой. Ева, довой. Первый. Цени, стоп, цени приз, цени приза. Ну, ну, стоп. Хаджира. Смотри. Вот он. Видишь, я пустал. Бери за то. Цени приза. Видишь? Оп, круто. Вот он. Вот. Вот. Теперь возьми другой. Смотри, видишь, он берет отворот, лопат. То есть отворот, и я отворот. Он вход, и я вход. Оп. Мини. Дай. Можно? Да. Дай! Я. Смотрите внимательно. Маска мне. Значит, моя задача. Берем зубок, да? Я как бы стараюсь его чуть-чуть, вот, чтобы он вышел за ковер. А он не дает выходить, не выходит. Вот. Я стараюсь его чуть-чуть сюда. Он раз, двигается. Видите, как, да? Оп, оп. Сюда. Я его раз, 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 оп. Старался бросить. Понятно? Еще раз. Значит, Максим, стоп, Андрей, Максим, Руслан, что вы делаете? Вы стоите вот здесь вот, сразу берете захват и стоите здесь. Ваша задача, нельзя выходить. Вы должны что сделать? Или сюда уходить, или сюда уходить. Твоя задача, как задача? Держиться? Да. Это упражнение. Вместе, вместе. Как? Вместе. Начинаем. Еще раз. Мы начинаем. А полегче что ли? Миссия. Как? Миссия. Миссия, да. Твоя миссия. Твоя миссия. Ты ходишь. Ходишь, но не выходишь туда. Можно, но стараться не выходить. Твоя миссия. Твоя миссия. Твоя миссия. А рукави. С тым дряпкой. То есть или сюда бросит, или сюда бросит. Понятно? А что это? Ты не призван. Нет. Вот. Да, вот. Вот.
И где-то чуть-чуть поддаться. А вот он опущил. Стоп, вот это. Теперь так. Лукрязы оба в бой. Значит, задача. Марс, Андрей, твоя. Руслана, твоя. Еще раз. Пичуарь. Ну, нет. Уну, дочь, три. И стынга, и ледрятка. Также он то же самое делает. Постараться, чтобы я вышел. Переведешь его. Чтобы нужно постараться, чтобы я вышел. Или же рукая стынга, рукая ледрятка. Ты, ну тебе можно. Ты, вы будьте аккуратны. То есть не надо каждые 5 секунд бросать. Цель приза. Аджелы. Стоп! Кто дотрагивается рукой, по колено, этот 1-0. Значит, кто? Дотронулся второй раз. 2-0. Дойл сделал. А Петрука? Вытеснить. Вот так. Макс, кто ноги крепит? Стоп, ну подсечки, пока подсечки не надо. Только руками. А ну прядь за руками. Вот так. Скажи, чтобы на колено не падал. Ну какая же. Скажи, чтобы сразу страховку делал. Да, пойди вас страховку. Шли так, нельзя. Фишки, если нужно пошли туда, сразу мне не вот, молодец. Хорошо, Алекс, молодец. Чем ты, Алекс, быстрее будешь хорошо, нормально двигаться, я тебя уже сюда перебежу. Вот. Ладно, брось. Что это? Ой, ничего так. Нет, Вытеснить. Хоп. Вышел. Значит, смотрите. Вот это одна нога.
Вот это все проиграл. Вот это проиграл. Это еще не проиграл. Вот это вот проиграл. То есть если он вот так стоит, он не проиграл. Да. Паровоз. Что-то паровоз. Понятно. Вы вытесни его туда. Задача вытесни. Вытесни. Если он побежал в ту сторону, выведение. Не надо бедро, не надо с колен. Кто первый коснется? Тотальный тот проиграл. Понятно? Вы начинаете первый. С ним аккуратно. И там уже. Смотри, Андрюш, ты борешься с ним, да? Например, ты выиграл. Он уходит, он стоит. Борешься с ним. Выиграл, проиграл. Да, он борется с ним. То есть вы по очереди. Хорошо? Все, ушли. Матей?
Я не знаю, что это.
До сих пор ты не будешь?
Голова? А что, болит что-то? Дурка, да? Надо сдаваться было. Нет, но не было, когда уже мне отпускало, что-то плохо стало. Правильно. Я же говорю, что есть два удушающих. Первый удушающий, это как давит на горло и больно. Да, да. А второй, когда летает, а вот здесь вот. Оно через 10-15 секунд голова плывет и все, и все. Да? Я не кряк. Это не кряк, но зато у тебя голова сейчас кряк-кряк. Нет, все нормально. Поэтому и бороться не можешь. Смогу. Укусить надо было. Ну все, мы выиграем 5 раз. 5 раз? Сомневаюсь. Что-то не верит. Я выиграл, но 5 раз. Где там? Вот что у тебя голова кружится. Нет, можно видеть на камеру. Даже Вишанч видел, как я несколько раз я его... А сколько ты заходил? Раскетами? Нет. Сигаретами? Нет. Нет. Я посмотрю нет. Сегодня. А какие приемы ты делал? Чебаняшка. Чебаняшка, да? Очень хороший прием. Я знаю, когда бросаешь, чаще всего тебя держит. Нет. Так, еще? Только Чебаняшка. Только Чебаняшка. Ёрнка тебе один раз сделал, или получается. Да, ему бы Чебаняшку делали, мы упали, друг друга засчитали и пост. Нет. Сколько ты минут боролся? Я? Ты. Я что, считал? Ну как считал? Ну сколько, как ты думаешь? Соски. Да, сколько? Сколько времени ты боролся? 10 минут. А? 10 минут. 10 минут. Ну, от 5 до 10 минут, да? Ну, вот если можешь стать чемпионом, надо бороться 5 схваток по 5 минут. Вот ты, например, что в субботу делал? Я? Вот теперь что, молчи. Вот что ты в воскресенье делал? Вот ты ходил, ничего не делал, правильно? Мы стояли там, вот там, стояли и думали, что мы делаем? Так давай я приду с утра, мы покачаемся, мне хорошо будет тебе. Ну покачаемся, а потом ты свободен. А? Хорошо. В эту субботу я не смогу. В воскресенье, да, потому что в субботу соревнования будут у Грекорипска в Олимпии будет. Здесь или нет? Нет, в Олимпии, на Батане. Поэтому так я не смогу в субботу. А наши не идут? Это греко-римская борьба. Классическая, греко-римская. Есть дзюдо, есть самбо, есть греко-римская борьба. Есть лутто-лигеры, есть женская борьба, есть джиу-джитсу, есть сад, этот грэпплинг. Ну, если ты знаешь, ты путаешь что-то. Греко-римская это за ноги нельзя хватать, они без куртки, все нужно за туловище и бросить. Вот что-то все бросают через дом. Значит так, у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь человек. Значит, смотрите, Жой. Четверг. Девятый класс, ты заканчиваешь где-то часа 4 лет. Поэтому они будут с часу до двух, до полтретьего будут качаться. Дальше. Приходите вы к 3 часам на лотерею. Уну, двое, три, патру. Потом это вылечится Чинч, Андрюха, Гыска. Нутя. Вот это вот шайка лейка. И вы здесь отрабатываете. Они вам делают приемы, вы им делаете приемы. Особенно страховка должна быть. Что это? Все, да? Да. Да, устал, да. Тебе бы еще сигару. Устал, да, он сегодня как для тренировки. Он покачался хорошо, и сейчас еще. Значит, сейчас Петя, кимоно, как теннис, вот там, где мы нагрели, как называется у нас? Как теннис называется? Лимбрубин. Теннис, да. Кабинет у антренера, курьер,
и кимоно. И кимоно вешаешь. А остальные? Значит так, самые сильные у меня Макс. Макс, ты все делаешь, становись туда, ты самый сильный. Нет, не ты, Макс. Нет, ты сильнее его, конечно, ты сильнее, ты красавчик. Значит, Макс, ты делаешь 50 отжиманий, 50 раз пресс, 50 приседаний. И 3 раза канат. Так, кто может примерно сделать легко? Андрюха может? Я, но только без команды. Можешь попробовать. Иди ко мне. Значит, смотри, ты не делай сразу по 50, делай по 10, Макс. Идешь к Максу. Макс, ну как бы меня, это все приготовить туда, к нему. Так, дальше, Андрюха хотел. Давай, иди к нему. Вот, Макс. А, да, ну хорошо. Вы втроем. Дальше. Петя. Акаса. Кимоно на куетку. Саша. Петя, встал. Александр, потерял почерк. Акаса. Снимаешь? Вот, да. Ну, а если там есть заходишь. Да, я покажу. Хай, да. Да, это правда, что делать? Послушай меня, вот ходит на тренировке, не знаю, как дальше. Эй, вон там вы делаете. Стоп, перейдите сюда, вот сюда. Вот этого, когда не уходите. Вот вам один канат, вот вам второй. Три раза, 50. Дальше. Даник. И вы. Спасибо. Пока дальше. Есть еще один дан. Это у нас 4 дана. Так, что вы будете делать? Приседание сколько вы будете? 50. Отжимание. 30. 50. И там вот есть вот резина. 40. Можно канат? И канат. Вот. И канат? Если и канат? Смотри, дальше. Вот тогда. Все. Вы делаете. Эй, все делаете то, что сказал. Подходите ко мне втроем. И я вас отпускаю. Минута. Значит, и канал. Всем завезем. А надо это папкини. Ты можешь. Да и он даже может пока. Поехали. Чем-то. Чем-то сюда. Смог? Сделал? Ну, Макс, помоги мне комнату. Ну, и дальше нужно. Ну так делайте, что вы там сидите. Рез. Макс, вот еще вот это нужно. Знаю. Я вам тогда сейчас расскажу. Еще раз. Это не значит, что Макс сделал, пришел и мне говорит. Это значит, что делает Макс с кидами вдвоем. Сделаем. Когда подходите, я вас отпускаю. А вы можете головой? Молодцы, хорошо головой. Классно. Вот. Так же самое потом перевернете, поднимаете ножками на трассе. Далее. Стоп. Чем? Стоп. 5 годики мало, да? Да. Все, били. Все сразу. Ай, я не успел. 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 Ай, я не успел.
кухню не открою. Александр, что чувствуешь? Помните? Да, что включат эти двери. Если Саша, можно дать. Ну, кто ж?
такое ведьма? На лицо, может, вон сзади. Попался мешок. Нет, ну тогда мне уже 2-3 лета не считать. Не считай такой. Майданик, ё-моё! Да он скользкий просто, тихо! Он скользкий! Да скользкий, я вот... Красавец, Марк! Ну, теперь сверху! Ё, Даня, красавец! Даня, подожди! Ну, это там не видите, не смогу, нет! Я смогу, да? Лишнюю руку, Даня, держи, а то он на тебя перевернёт. Запарит его. Что? Ногу ты мне ломаешь. Ничего не страшно. Глаз ему пальцем, и все. Держи ближнюю руку, Даня, ближнюю. Да, Даник. Да, еле-еле. О! Ушел здесь. Что тебе надо? Руха! За волосы его, мам! За волосы! Да не надо! Мам, за волосы его! За волосы! Вот так! Двое каждый раз! За волосы, мамка! Мам, мам! Мам! Мам, за хозяйство его! А, зачем за хозяйство? Зачем его идеи предлагают? Зато у тренера 2 скальпа. Мам! Мам! Жопу-то! Что дальше? Вот так, держи, Даня, держи, вон ногами держи, голову держи, голову, подтягивай руку, если выйдет, все, тебе конец, руку вытаскивай, руку, пусти его. За три кона будет, да я тебе тоже чувствую. Вы, Руслана, да, сделали? Что такое? Опять дали сверху? Есть пол, немного, сейчас будет голосов. Макс, вот я спиной, палец сзади. Костя, да зачем его не делать? Ты горло там еще. За... Вот так! Не, не говори. Макс, ты завтра постригешься? Да. Завтра борешься с Даником, да? Надо постричься. Я уже 3 раза не выжил. Надо постричься, а то ты... Так ты за волосы затянул, и пальцы тебе в жопу засунул. Где же ты видел? Да я тоже посунул, Макс. Надо шапку для Влады. Боевой ему. Шапку для Влады. Сюда дальше. Нет, поклонились. Оп, оп, коротко. Нет. Все, а как? Так, боец, не упасть. Послушай, нет. Я за твоими соревнованиями. Я за твоими соревнованиями. Я за твоими соревнованиями.
что делать, я вам объясню. Берешь свою воду, да? На острову Вольтаза. Вольтаз. Ну вот, Или дома на стадионе? Или дома есть. Вот, ну, лучше дома тогда сразу. Не запрыгивай. Хорошо? Все. Все. Так, Андрей, Алекс и Макс ко мне. Туда занесешь ко мне. Так, вы все сделали? Да. Почти? Да. Почти? Да. Побаловались, да? Да. Убью вас. Вы вдвоем все ушли? Иди сюда. А вы ушли? Иди сюда. Значит, Алекс, твоя задача, где ты рядом живешь? Выходишь домой? Да. Иди сам. Вот выходишь, и ты в кругу бежишь или идешь. Хорошо? Завтра мне не будет. Мы сейчас ставили борьбу так и все. А с кем? Макс, я и пятерку. Значит, ты завтра отдыхаешь? На улице есть возможность бегать? Холодно, бегать не надо. Есть, работаю. Вот здесь, положи и все. Макс, она у тебя не напряжена, они болтаются, поэтому тебе тяжело. Хорошо. Как себя чувствуешь? Когда ты бегаешь, то ты болел недавно, да? Не бегай, просто походи. Здесь сложи. Все. Ну, задуши его, что ты. Здравствуйте. Извините, не извиняй, иди сюда, убивай. Вы вообще Иди сюда. А я тоже сейчас думаю, если он не хочет больше учиться, мне нужно самому найти одну комнату. На тренировке делал, в школе не ходил. Марика нормальный. Да нет, что, девушка-то... Скоро будет работа, идет работа. Я не думаю, что зря просто 3 года. Даже 12. Это я думал. А мы, наверное, пропустили. Мальчики, вот там, чем-то. Он не ждал, вот так, где-то, как раз придет. Поэтому, надо слить там. Вот, я попутку ребята качаются, их покажут. Вася, что ли, супер? Так, стоп, Матэр! Встали все. Все, Акас. Все, Акас. Вы уже баловаться начинаете? Так, Даня, пожалуйста, еще в команду бери. Выключай, вот это, да. Да, конечно, блин.
Да.